Авиационный отряд специального назначения Управления Росгвардии по Красноярскому краю получил заявку на поиски без вести пропавшей гражданки в районе населенного пункта Большой Улуй. На место поиска выдвинулась группа с беспилотным летательным аппаратом, который в ночное время при проведении полетов с тепловизором обнаружила места предполагаемые нахождения пропавшей гражданки. Координаты данных мест незамедлительно были переданы сотрудникам МВД России по Большеулуйскому району. В ходе поисков в одном из мест предполагаемого нахождения была найдена данная гражданка.